Красноярские дорожные полицейские устроили эксперимент для борьбы с лихачами. Рядом с одним из пешеходных переходов они установили картонную фигуру девочки с поднятой рукой. Она стоит буквально в метре от проезжей части. Автоинспекторы надеются, что лихачи, издали увидев ребенка, который собирается пересечь дорогу, сразу же сбросят скорость. Ведь именно здесь водители часто не пропускают пешеходов. В ближайшие несколько месяцев полицейские будут следить за ситуацией на участке, где установлен макет. Если мера окажется эффективной, картонные дети могут появиться и на других потенциально опасных переходах города. А вот у самих автолюбителей и пешеходов неоднозначное мнение по поводу такого эксперимента. Со стороны водителей, если их рассматривать, то водители не обращают на них внимания и порой не пропускают пешеходов. Например, сейчас вы могли, наверное, видеть, как мы шли и прям, грубо говоря, по пяткам проезжают. Невнимательные водители. Ну, удивился вчера вечером только. Как вы считаете, эффективна вот эта мера? Привлекает водителей на морду? Ну да, привлекает внимание. В темноте точно. В темноте она светится? Да, светится. Мне кажется, что лучше сделать светофор. Не вот такой мигающий оранжевый, а с кнопкой или какой-то другой переход. Это минимальное привлечение внимания водителей. Если человек ездит аккуратно, он будет присматриваться ко всему, неважно, что это картонная, что это девочка, да? Он будет смотреть всегда, вот, допустим, я, прежде чем вот ехать к, неважно, регулируемой, нерегулируемой, несколько раз проверяю, на две стороны смотрю, потому что и одежда бывает незаметная, и, ну, погода бывает разная, да, одежда бывает сливается вообще с внешней обстановкой, да, как бы, поэтому надо просто внимательным быть, не торопиться